места пречистых, души тоскующей не слышал стон. Была немая скорбь в глазах лучистых, когда предвидя крест и смерть свою на нем, он плакал, чтоб открыть нам двери рая, чтоб мы вошли туда за ним потом. Если мы душою изнеможем под бременем и тяжестью креста, в одном найти мы утешение сможем.